Друзья, привет! Сегодня мы делаем очень простую и очень вкусную глазурь для куличей. В ней вообще нет сырых яиц, она получается очень праздничная и делается из белого шоколада. Для нее нам понадобится лишь два ингредиента – белый шоколад и сливочное масло. Вместо сливочного масла можно взять сливки или даже жирное молоко. Открываем белый шоколад, разламываем его на кусочки и складываем в глубокую тарелочку. Важно, чтобы шоколад был вообще без добавок. Самый обычный белый шоколад. Теперь ставим миску с шоколадом в микроволновку и готовим примерно 10-20 секунд. Затем достаем, перемешиваем кусочки шоколада и снова убираем микроволновку, готовим еще 10 секунд. Достаем и снова перемешиваем. Повторяем эту операцию до тех пор, пока наш шоколад не расплавится. Но внимательно следите за тем, чтобы шоколад не закипел. Затем добавляем в шоколад сливочное масло или обычные сливки или жирное молоко. И все это хорошенько перемешиваем до однородности. Я добавила сливочное масло, но шоколад у меня все равно получился довольно густой, поэтому добавила еще чуть-чуть молока, прям совсем капельку. В общем, регулируйте густоту глазури на ваше усмотрение. Она должна получиться однородной и хорошо наноситься на кулич, то есть хорошо стекать с ложки. Если нужно, добавьте еще капельку жидкости. Но, пожалуйста, не перестарайтесь, если глазурь получится слишком жидкой, она будет стекать с кулича и не задержится на верхушке. Теперь просто берем чайную ложку и наносим глазурь на наши куличики. Сверху глазурь, пока она еще не застыла, можно украсить какой-то посыпкой, шоколадной стружкой или сухофруктами, а затем оставить ее застывать на несколько часов. Я обычно храню такие куличи при комнатной температуре. Глазурь у меня застывает примерно за 3-4 часа полностью. Приятного аппетита и всех поздравляю с Пасхой!